В театре драмы развернулась борьба за осенний кубок между командами КВН. 12 сборных, представители ведущих вузов области, старались рассмешить саратовского зрителя. В итоге стать финалистами смогли только 4 команды. На игре присутствовал и губернатор области Валерий Радаев. Обо всем по порядку, Сергей Пономарев. Пока театр драмы заполняется зрителями, в гримерках уже аплодисменты и громкий смех. Самые веселые и находчивые готовятся, как говорят здесь, порвать зал. В самом начале большого юмористического вечера выступает лучшие команды региона Саратов и Лас-Вегас. Финалисты Центральной лиги Москвы и Подмосковья вне конкурса. Мы просто подумали, что нас московские зрители очень хорошо знают. И мы решили познакомить с нашим творчеством людей из Саратова. Сколько ярких, талантливых имен вышли из клуба и обогатили своим творчеством отечественную культуру. Такие результаты наравне с громкими победами наших спортсменов, успехами саратовцев в престижных культурных проектах работают на имидж региона и объединяют молодежь. На этот раз за осенний кубок борются 12 саратовских команд из различных учебных заведений. И юмор самый разный. От зажигательных танцев до так называемого статичного литературного юмора. И я обещаю трудоустроить народ, построить хорошие дороги, обустроить больницы и школы. Слышь, а он походу доктор. Счет взял. Смотри, как лечит. В течение почти трехчасового осеннего марафона КВН строгое жюри выбирает лучших из лучших. На старте отсеивают около половины команд. Я больше так не могу! Ни одной визитки! Чтоб ты нас не прервал! Ты вообще как пятый айфон! Ты еще не вышла, столько шуму, а! В упорной борьбе самой яркой, смешной и находчивой признают команду «Престиж» Саратовского медицинского университета. Обладатель осеннего кубка КВН и еще 3 команды по правилам турнира попадают в финал областной лиги сезона 2012. Сергей Пономарев, Иван Серяпин, Павел Креклевец. Вести, Саратов.